этого элемента на сцене не происходит, значит музыкант играет под фонограмму. И это уже пафса. Значит, следующая композиция. Опять же, я решил проехаться по переводам, но вот хотя бы спою вам несколько особо выдающихся. Это композиция британской рок-н-ролльной группы, компания британских рок-н-ролльных клоунов под названием Slade, если кто не слышал. Это песня про любовь, конечно. И, кстати, текст получился прямо очень близко. Я даже прямо проверял с подсрочным переводом русским с текста. Ну и сам-то переводил с английского. Совпало очень сильно, тем более, благо, что подсрочно он не в рифму, а у меня вот в рифму получилось. То есть, мало того, что русский Битлз, вот вам теперь русский Слейд. Тебе туда! Чудо. И все.